Я Беленков Александр, бывший моряк, сейчас на пенсии, житель города Марду. От души хочу поздравить всех жителей Марду, всю Эстонию с наступающим праздником Рождества, Новым годом. Хочу пожелать доброго здоровья, успехов, мирного неба над головой. Поздравляем всем с Новым годом, всех жителей Марда. Давай, говори. Маму, папу поздравляем. Всех с Новым годом и с наступающим Рождеством. Поздравляем маму с папой, дедушку с бабушкой и всю страну поздравляем. С Новым годом! Поздравляю свою дочку Ингу, свою дочку Иру, зятя Романа, зятя Павла и всех своих знакомых.